Воюем с орденом Камелота. Есть один добив, на который я хочу сходить своим, соответственно, добивочным тапком. Надеюсь, он будет удачным. И у меня есть 6 колец, но я не спешу перерождать Ройбана, потому что не очень хочется, если честно. Давайте пробовать. Так, желтых в достатке. Давайте попробуем что-нибудь предпринять. Ай. Хотелось сделать кристалл. Так. Давайте вот так попробуем. Вот, замедлим центр. И еще нужно его пробить, постараться, по крайней мере. Да, получилось. Уходим в овер ХП, но все равно ситуация не очень, скажем так, хорошая. Хотя желтых камней достатки, но мне нужны еще и красные камни. Замедляем, убиваем, я так понимаю. Да. В овер ХП мы ушли. Ну, давайте попробуем. Да, удалось нам это сделать. Скидываем красные камни. Заряжается Ройбан. Делаем желтый кристалл. Заряжаем остальных. Я так понимаю, это должна быть победа. Ну, почти. Почти. Не думаю, что у Рэю получится выжить. И Леной добиваем его. Да, вот первый тапочек добивный, повторюсь. Добивочный. Зашел. И я иду на перерыв аж до самой ночи. И потом скину все остальные, как они отобьются. Наступила ночь, и мы продолжаем воевать. У противника 104 тапка, у нас 108. Мы на несколько сотен впереди, идем в целом вровень, и все будет решаться, конечно, в процессе и ближе к концу войны, потому что у нас в целом равный противник. Даже несмотря на то, что мы немножечко его опережаем. Один тапок я уже успел сбросить. Добивочный удался он, конечно. И теперь осталось еще сбросить остальные 5 моноцветных. И будем пробовать идти на кого-нибудь. Торн почти разлимиченный. Так, осталось только подобрать противника. Угу. Давайте попробуем пойти вот сюда вот красным камнем. Ой, красной командой. Я извиняюсь. Надеюсь, получится. Хотя страшно, конечно, идти. Пусть и на медленную, но и за Арнию. Нужны камни. Уф, они вроде как есть. И есть их достаточно неплохо. Удается пробить сразу Кадилен.
Еще мы в поисках камня. Поднимаем поближе. И можно... Ох, получил клык, единственный хил. И можно еще подыскать камня. И он есть. Это очень хорошо. Ну, убили клыка. Ну, ничего страшного, я надеюсь. В целом, уже минус 2 противника. Ой, минус 2 героя. Я думаю, затащить удастся. Даже несмотря на эти оплеухи. Ну, по-моему, это все для них. Да. Второй тапочек зашел. Очень быстро и успешно. И вот у меня желание есть небольшое пойти вот сюда с синим тапком. Но я буду, конечно, в шоке, если раньше моих героев зарядится Лена. Ну и как бы и Тела, конечно, не добавляет ничего такого позитивного, скажем так, даже несмотря на то, что команда так-то не топовая, хотя есть и уже и Елена в костюме, и даже Сартана, но не на фуле, правда. Вот. Ну, давайте пробовать, да, иначе зачем я тогда воюю. Ну, приятно на самом деле. Есть три камня. Есть три. Есть еще три. И еще три. Вот. И кого мне сейчас нужно выбивать, надо думать. Надо посидеть недолго и подумать. Сартану нет смысла убивать, потому что в эту тоненькую и узкую пустоту я не смогу сбросить нужные камни. Да и в целом Телы активирована защита. Хорошо было бы, конечно, Елену все-таки, да. Все-таки Елену хорошо было бы ликвидировать. Так, я думаю, что это сколько? 380. Давайте пробовать. Есть контакт. Сартана не успеет никого положить. Добиваем магни. Подвигаем чуть камни. Чуть подвинули мы камни. Активируем Рафу. Пробиваем Сартану. И пробиваем Урая. Плюс еще один шот, плюс еще одна победа. Давайте пробовать еще. Можно пойти сюда зеленым. Давайте попробуем, потому что, в принципе, медленные Вика и Каган. Все никак не дам Лианы эмблем. Все никак не доходит. Я извиняюсь, руки до этого. Ну что, ну давайте пробовать иначе. Зеленых камней тоже в целом неплохо, но нужно... Хотелось бы их иметь несколько большем количестве. Так, что мы вот так вот я, наверное, сделаю. Да, и это хорошо, с одной стороны. Сразу можно скинуть в Абакана. Вот надежда на четвертый камень
на четверочку. Небольшая надежда есть. Ричарда никак не получится у меня запульнуть. Тройку можно сразу же соединить, в принципе, и направить Лиану. Но давайте сделаем так, пока медленного Кагана будем тревожить. Нет, не успеваю я. Я, наверное, запущу. Запущу и получу от Лианы. Как всегда, почему дед умирает первым? Я просто поражаюсь этому. Не знаю. Вот хоть убейте. Не пойму, почему он погибает первым. Так, ну я надеюсь, Элканин справится. Ричарда, 1075. Ну давай, Лианочка. Сколько? 90. Сопли, конечно. Как всегда, сопли легендарными, регулярными легендарными героями выбить невозможно. Не оставить. Невозможно выбить героя регулярным, легендарным, не оставив сопли. Вот так вот. Вот сейчас Каган сразу, если он в правый фланг мой бьет, где Лиана с Алмуром, то погибают они. Быстро погибают. Давайте, раз он заряжен, а еще и Ричард. Ну хорошо. А ты куда ударишь, скот? Да и страшно, я чувствую, я не вывожу эту катку. Чувствую, я не вывожу. У меня ни лекаря. Никого. Хотя бы одного бы забрать до зарядки Вики и самого Кагана. Вот сейчас вот, но вряд ли. У него защита активирована, я его не пробью. Сколько? 24, пожалуйста. Ну все, до свидания. Не получилось. Не получилось. Оставлю на... Пусть кто-нибудь другой доест. Ну ничего, бывает такое. У меня осталось два тапка, желтый и фиолетовый. Желтый и фиолетовый. Давайте пойдем фиолом вот сюда. Буду стараться контролировать зарядку героев противника протеем. Но не думаю, что что-то хорошего может из этого получится. Давайте. Есть 4 камня. Нет, я, наверное, все-таки соберу 6. Тройку. И еще вот внизу тройка. И постараюсь избавиться от Теллы. Так я и сделаю. Что больше вариантов нет. И буду ждать новый прилив камней. Вот здесь будет фиолетовый? Будет. И, наверное, мы заблочим... Ай-ай-ай. Ну, пока подхил работает Ригарда, я думаю, что у меня будет возможность... Ой, не будет у меня возможности. К сожалению. Да уж, ситуация хреновая. Подрез. Еще фиолет нужен.
И еще только не убейте, пожалуйста, Ригарда. Отлично. А чё? Ой, блин, зря я это сделал. Ну ладно. Ну, придется ждать. Тычку в целом, я надеюсь, мы переживем. Тычку Торна. А, наверное. Да, пережили. Давайте действовать. Вот так. Мне проще убить Торна. Потом, ну, попытаться убить Торна. Чем возиться с Кунхеном. Так. Да, я думаю, это победа, да. У меня есть все для этого. И последний желтый тапочек. Последний желтый тапочек. Вот просто думаю, не знаю, на кого пойти. Вот есть 4 шотера. Даже не 4, ну, можно сказать, все 5. Это у Адама. Вот. А как она, если честно, мне больше не хочется нападать. Довольно. Каганов этих. Кистрел с его уроном в зависимости от наличия маны. Ну, относительно слабый Элкани, но если его, если не успевает заряжаться, он за пару ульт может так надоесть. Давайте, наверное, его, их и возьмем. Его и возьмем. Пробуем. Да, повезло мне и в этой катке. Я надеюсь, что я не проиграю, потому что, опять же таки, все для этого есть. Разбиваем центр и разбиваем цепь, к сожалению, Курли, но ничего, не так страшно. Блочим, даже не знаю для чего, но пусть будет так, блочим Байонга и прокидываем камни еще. Заряжаемся и, наверное, убьем Кистрела. Попробуем ударить в Торна. 76. Ну и будем скидывать зелень. Ненужную зелень. Успеем подлечиться. Убиваем Торна. Пробиваем Байонга. И еще раз Джуном. И это очередной. Ну, не прям подряд, конечно, но это очередной шот. Вот такие вот 5 оставшихся тапков.
куда я залетел, надо глянуть. Я залетел на первое место, но меня, конечно, скинут, и это не главное. Главное будет победить в этой войне. Будем ждать уже следующим, уже этим днем станут известны результаты. Началась война, мы победили. И что нам дадут в этот раз? В общем-то, по счету, одну зефирку второго уровня стихии тьмы и две трешечки. Первого уровня три звезды. Вот так вот. Ура. Всем спасибо. Классно, что есть команда.